ресторан «Андиама». Еще месяц назад, даже два, я депутатам Гагаринского района показывал, какой у них тут бардак и беспредел. Это красные дома. Как вы видите, я лично звонил и лично просил разобраться с этим безобразием. Ну, однако ж, как у нас бывает в стране, воз и нынче там. Опа-на! Мне просто интересно знать, чей этот мусор, почему он не огорожен. И смотрите, какая свалка тут. Не хотел бы Роспотребнадзор интересоваться этим. И это напротив площадки, где отдыхают люди. Вот такая вот грязь творится на в красных домах. Вот опять я спускаюсь по этой красивой лестнице. Ничего не изменилось. Это, конечно, не мой район, но все равно неприятно. Очень. Спасибо.